Детскому саду «Сказка» 35 лет. Пройден огромный путь за эти годы. У детского сада богатая история. Сложились добрые традиции, слаженный, стабильный коллектив. Далеко, в 1996 году, детский сад приняла первый руководитель Василевич Нина Алексеевна. Покупалось новое оборудование, игрушки. Огромная работа была проведена по организации питания в детском саду. Детский сад «Сказка» стал важным событием в жизни города Муравленко. Это был второй детский сад. С приходом в детский сад Дмитриев Светланы Федоровны начался новый этап. Этап становления, этап развития детского сада. Развивался коллектив. В детский сад приходило много воспитателей, специалистов. Появилось много возможностей для развития каждого дошкольника с учетом их возможностей и особенностей. Это период развития инновационной деятельности, учреждения. Это период создания первой программы развития. Это многочисленные победы педагогического коллектива в профессиональных конкурсах различного уровня. Это совершенствование предметной среды детского сада и его территории. Я начала свою рабочую деятельность с 31 июля 1986 года. Это было холодное лето, но мне северный край понравился. Тогда не было еще деревьев сильно таких густых, как сейчас. И с окошка группы мне было видно озеро, вот эти молодые сосенки. Это было очень завораживающе, красиво. И вот так началась моя трудовая деятельность. Вы знаете, вот моя внучка, когда была маленькая, мне надо было идти на работу. А она говорит: останься дома. Я говорю: нет, мне надо на работу. Она говорит: на какую работу? Ты же в детский сад идешь. Вот для меня вот детский сад вот действительно вот не как работа, а я вместе с детьми получаю что-то каждый день новое. Я от них, от детей, я получаю в первую очередь добро. У меня было 5 выпусков, и, ну, получается, больше 100 моих детей уже институты позаканчивали, поженились, замуж повыходили. Вот первые выпускники приводят своих деток сюда, в другие сады. Это мои дети, те же самые, я всегда говорю, мои детки. Я работаю очень долго в детском саду. И вот эта взаимосвязь педагог, родитель и ребенок, она очень тонко прослеживается за весь этот период. Родители чувствуют педагога, педагог чувствует родителя. И тесная взаимосвязь идет именно весь период моей работы. Слова благодарности очень часто слышим. В нашем детском саду уже приходят выпускники, родители, сейчас они к нам водят детей, они очень благодарны, они вспоминают те времена, когда они были маленькими детьми, а сейчас они уже своих детей сюда привели. Ну вот, такое наше поколение у детского сада «Сказка». Детский сад «Сказка» сегодня. Как можно назвать этот период? Я бы назвала его период перезагрузки и обновления. Основная задача, которая стоит перед дошкольным образовательным учреждением, это, конечно же, создание полноценных всесторонних условий для развития детей. Именно поэтому наш коллектив ежегодно участвует в грантовых конкурсах. На протяжении нескольких лет уже успешно на базе нашего детского сада реализуется проект «Опытно-исследовательский центр Ботаникус». Также очень интересный проект, он увлекательный. Реализуется проект «Шахматный калейдоскоп». Эти два проекта стали победителями в рамках муниципального этапа муниципального конкурса «Бюджетная инициатива». Также в 2020 году наше учреждение стало победителем регионального конкурса инновационных проектов в сфере образования. И мы успешно представили проект «Лего-технопарк. Дошкольный уровень». Так как современные дети, современное мышление, мы за этим стремимся и хотим идти в ногу со временем, разработан был этот проект на развитие технического творчества, на развитие конструктивно-модельной деятельности у детей дошкольного возраста.
Этот проект пользуется успехом. Совсем недавно мы приняли участие в муниципальном этапе конкурса Всероссийского форума «Икаренок», и где было представлено детьми нашего учреждения проект «Производство будущего биовегетарий». А именно при создании этого проекта, этой модели биовегетария, были использованы те конструкторы, которые были закуплены в рамках этого гранта. Ежегодно на базе нашего детского сада организуются фестивали наук, приуроченные Всемирному дню науки, где родители совместно с детьми, конечно, под руководством педагогов представляют опыты, исследовательские проекты, где ребята в ходе наблюдений, многочисленных экспериментов приходят к какому-то умозаключению, делают выводы. Для нас, для педагогов, очень важно именно в дошкольном возрасте заложить те первоначальные навыки умозаключения, умение анализировать и, конечно же, умение публично выступать и показывать, доказывать свои проекты. Обновление в детском саду происходит повсюду. Это обновление материально-технической составляющей. Благодаря поддержке администрации и управления образованием в детском саду недавно проведен капитальный ремонт всех подвальных помещений и коммуникаций. Проведен капитальный ремонт всех возрастных групп, спортивного зала. Появилась телефония, современная система АПС, созданы благоприятные, безопасные условия пребывания детей и взрослых и, конечно же, труда работников детского сада. Обновления произошли и в организации питания учреждения, на пищеблоке. Закуплено новое современное холодильное оборудование. Благодаря победе в муниципальном конкурсе по организации питания в детских садах города и поддержке депутата Тюменской областной думы Николая Николаевича Яшкина на пищеблоке детского сада обновилось технологическое оборудование. Для детей созданы удобные игровые развивающие центры. Благодаря субвенции окружной ежегодно пополняются новыми игрушками, новым игровым и развивающим оборудованием. Все это направлено на развитие маленьких воспитанников детского сада «Сказка». Участие в грантовых конкурсах помогло преобразовать пространственную среду детского сада. Обновился развивающий игровой центр. Теперь наши воспитанники осваивают лего и робототехнику благодаря современному оборудованию. Я хочу стать парикмахером, воспитателем. Я хочу стать принцессой. Я хочу стать балериной. Художником. Полицейским. Учителем. Строителем. Я хочу стать поваром. Укрепление здоровья детей с раннего детства – важная задача работы нашего детского сада, всех сотрудников. Для этого в нашем детском саду созданы все необходимые условия. Уютный спортивный зал, мягкое покрытие безопасное, современное спортивное оборудование. Мы регулярно с детьми проводим спортивные различные мероприятия, приуроченные к разным праздникам. Обязательно привлекаем родителей, устраиваем с родителями мероприятия спортивные. Вообще дети у нас и все сотрудники, мы все за здоровый образ жизни. Меня как педагога радует достижение моих детей. Когда дети знают, как себя вести в обществе, когда они дружные, когда в школе говорят, что у них хорошие успехи. Вот это для меня самое главное. А вообще самое главное – вырастить хорошего человека. Вот это самое главное, я считаю. У нас педагогический коллектив очень дружный. Мне кажется, друг за друга мы все горой будем стоять, помогать, если надо. Где-то кому-то. Конечно же, во всех вопросах, во всех наших мероприятиях и событиях вместе с нами наши родители. Родители и детский сад, родители, дети и детский сад – одна большая дружная семья детей и взрослых. Очень много меняется со временем в детском саду, но неизменно одно – неизменно отношение каждого работника коллектива к своей работе. Отношение к маленьким детям. Говорят, человек счастлив, когда он делает то, что любит. Я уверена, что в нашем детском саду каждый работник любит то, что делает. И поэтому это приносит свои
плоды, это приносит результаты, это приносит то, что детский сад «Сказка» развивается, то, что детский сад «Сказка» является одним из любимых мест наших воспитанников. Девиз детского сада «Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью». И я действительно считаю, что каждого ребенка, который приходит в наш детский сад, мы принимаем с любовью, мы окружаем его любовью, вниманием. Мы стараемся сделать с первой минуты пребывания наших воспитанников как дома, так, чтобы ребенку обязательно захотелось прийти в детский сад снова и снова. Я уверена, что у детского сада большое будущее, что также будут продолжаться его сказочные события. Также будут приходить по утрам сюда веселые малыши. И самое важное, уходя домой, услышать от них: «Я завтра обязательно приду». Ради этого и трудится дружный, сплоченный коллектив детского сада «Сказка». Будущее у «Сказки» самое замечательное. Кашу. Быть здоровыми. Крепкой дружбы. Много лягушек. Я желаю всем детям часто улыбаться. Быть веселыми. Заниматься спортом. Соблюдать правила.